Всем привет, ребят. Хотел сказать, мы опять на моем бездонатном аккаунте, бездонном аккаунте на английском сервере, и решил записать вам в честь 23 числа, в честь того, что Сарделька выбила имба героев, видосик по конкурсу. Очень простой конкурс, как по мне. Вы видели конкурс на Огника, где надо было угадать количество плюх, коробочек, там 5 человек вроде, 4 или 5 угадали правильно, поэтому я буду частично такие конкурсы делать. Они интересные, они простые, ничего сложного, на удачу самого игрока, то есть не зависит это от рандома. Что надо будет сделать, я вам расскажу в этом видосе. Мы сейчас паролим коробочки, вы поймете, что надо будет делать, вы увидите, какой рандом на этом сервере. Ну, на этом сервере самый обалденный, как по мне, рандом на открытие коробок. Вот смотрите, у нас есть 76 коробок, да, давайте там 26 откроем. То есть таланты здесь падают разные. Не так, как на русском сервере, что все забито. Вот с третьей коробки у нас уже выпадает ремочка. Разбросик. Орка. Живо. Ну, в общем, как видите, куча прикольных талантов падает. Самое главное, что они не повторяются и падают. Ну вот скажите, что здесь не лучше, чем на других серверах. Дроп. Пакты, ремки, стойкость. Вот что-то ярость. Берс. Интересное исцеление будет. И смотритель. Окушка. Замедление. Ну вот это радует. То, что падают очень разнообразные таланты. Не так, как на русском все одно и то же падает. Да, где-то частично некоторые талантики больше падают, некоторые меньше. Но сколько я здесь уже коробок открываю, все время падает, как видите. Даже новые таланты падают нормально. Воодушевление. Вот скажите, что это не топовый сервер. Так. Окей. В чем суть конкурса, ребят? Рассказываю. Все, что вам надо, как обычно, быть подписанным на канал. Иметь подписку. То есть это обязательно. Она должна быть открытой. Я это уже показывал не раз. Не знаете как? Посмотрите, как в настройках канала сделать открытые подписки. Также у вас должен быть открыт плейлист видео, которые вам понравились, потому что вам надо ставить, как всегда, жить лайки за топовые видосы. И чтобы я видел, что вы поставили, вам оно понравилось. То есть вы сделали репост, вы можете сделать репост, оно автоматом ставится. То есть должно быть еще это открыто. Это то, что относится к YouTube. По поводу социальных сетей, многие пишут, почему именно в ВК. Ребят, ВК, потому что это ВК, но помимо ВК есть куча других социальных сетей, я вас не ограничиваю в этом, можете куда хотите, хоть на Луну репостить, все зависит от вас, потом пишите просто в комменте ответ правильный, то есть то, что вы думаете, пишите, как обычно, как с вами связаться, куда вы сделали репост, чтобы я посмотрел, и я выберу победителя. Конкурс будет на пак, на любой пак, то есть в пределах наибольшего пака от наименьшего, в зависимости от того, что вам надо, какой сервер. Я предоставлю вам возможность выбора самому, то есть игрок сам выберет, что ему надо. Возможно, там будут продавать Огника за пак, возможно, он на русском сервере играет, там ему надо какой-то итем. Блин, ну, вариантов очень много, то есть вы уже сами определяетесь, когда вы захотите, спишемся, это не есть проблема, главное, чтобы я был не занят. То есть все зависит от вас, что вам надо будет сделать. Помимо того, что я сказал, вы должны будете, первое, ребятушки, первое, написать правильно порядок трех талантов, которые я получу. То есть в последовательности я открою три коробки. Я вам не зря просто так открывал, не просто так открывал эти коробки, которые у меня накопились.
чтобы вы угадали. То есть, опять же, тут нету рандомайзера, тут все чисто на вашу удачу. То есть, конкурс на удачу. Вот первое у меня там просвещение, да, там, или просвет, я уже не помню, как оно называется. Второе утикаха. И третье там огненная защита. А вы должны будете произвольно, ну не в произвольном, а в порядке том, как я буду открывать, написать три коробки, то есть три таланта. Там первый там такой-то, второй такой-то, третий такой-то по порядку, то есть 1, 2, 3, либо там через запятую, что же мне все-таки выпадет. Соответственно, я потом буду выбирать, как обычно, открою комменты, как мы это сделали на стриме по огнику. И кто первый правильно угадает, я надеюсь, это будет, потому что, ну, если там угадали уже количество в том рандоме, то тут я тоже думаю, будут счастливчики, кто напишет правильно. И, соответственно, я уже с ним спешусь и решу этот вопрос. Он уже скажет, что он хочет, какой сервер. Участвуют, ребят, все сервера, нету ограничения, потому что многие спрашивают, а тот сервер участвует, а тот не участвует. Нету ограничений, нету никаких ограничений по серверам, говорю, хоть на Луне. Играйте, если есть такой сервер, доберемся до него. IGG везде задонит. Так, репосты тоже. Только не делайте репосты мне, пожалуйста, мне не надо мои репосты. Я и так видео видел. То есть вы кидаете, некоторые кидают мне вот репост связь. Я сижу такой, читаю эту личку, думаю, да. Потом многие спрашивают, а был конкурс, не было конкурса, когда будет? Я понимаю, что вы, возможно, с разных часовых поясов, но найти 5 минут и полистать, посмотреть видео, которое есть в ленте, в строке, что было, что чего нету, что произошло, это не есть проблема. Плюс есть телеграм-канал, в который я скидываю видосики, ссылочка есть в описании, вы можете туда подписаться, и вы увидите хронологию видосов, что вышло, что будет, что есть, чтобы... Если вам уже там лень по ютубу полазить, нету времени, то телеграм, я думаю, это намного проще. Вы можете сразу же туда зайти и, соответственно, быть в курсе всех новостей, всех конкурсов и быть первым. Поэтому не ленитесь, подписывайтесь, ссылочка есть в описании. По поводу роллингов, тоже ссылка в описании на ВК есть. Можете туда и писать, то есть вариантов очень много. Единственное, выполняйте правильные условия, то есть ничего сложного нет. На конкурс, я думаю, я дам... время до завтра, до вечера, то есть это будет воскресенье вечером где-то, так как многие пишут, что мало времени, хорошо, мало времени, сделаем на 2 дня, я думаю, это нормально, одуплитесь, кто побухал, отойдет от этого и сможет нормально, четко ответить, если захочет. Никого я не обязую, там, это... Кто хочет, участвует, кто хочет, не участвует. Это дело лично каждого. Я не заморачиваюсь. Там многие потом приходят, вот я не знал. Опять же, значит, невнимательно следите. Либо пишут, а когда конкурс? А он уже прошел там неделю или месяц назад. Значит, невнимательно смотрите условия. Есть ребята, которые участвуют все время. И некоторые пару раз уже выигрывали. То есть такое... Такс, ничего себе, это ужасно, ребят, посмотрите, что здесь делается, просто ужас, какой-то читерный аккаунт, в общем, вот так вот, все, что от вас надо, я вам сказал, набирайтесь терпения, думайте, пишите, да, все не могут победить, знаете, а я вот не победил, все, капец, отписка, это меня такие комменты улыбают, я таких людей сразу блокирую, потому что, ну, смысл вот этого вот нытья, если победитель один, ты ж не приходишь, там не играешь в лотерею, кто-то выиграл, ты говоришь, все, печаль, вы виноваты. Это рандомчик, это зависит все от вас, поэтому я решил исключить на некоторые акции рандомайзер. Чисто испытать, чтобы вы сами на себя злились, не на какой-то рандомайзер, сами на себя из-за того, что вы неправильно выбрали. Ну, конечно, вы же будете злиться на рандомайзера IGG, которые... подкрутят не тот рандом на выбивание талантов, но это такое. Так, что, сольем один
один пак на удачу, чтобы кому-то он пришел. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока.